Итак, Айзап Мавлютов Ильмир Рашитович. Вроде правильно сказал. Ладно, давай, Эльмир, отдельно тебе. Спасибо тебе, что ты отвечал на мои непонятные сообщения. Естественно, они были непонятные, потому что я ни хрена не знал по поводу своего генератора. Так как я заказывал первый раз, я из Беларуси, Олег Наумович, поэтому я ни хрена не знал, бляха, как с Польши заказывать генератор. Короче, у нас в Минске, у нас в РБ просто дорого, поэтому я через Айзап заказал, я писал Эльмиру по поводу этого номера каталожного и по поводу фишки ДФЛ. Он отвечал мне, кстати, Эльмир, спасибо, что отвечал мне быстро. Вообще, реально, спасибо тебе. И кстати, когда будете заказывать через... Насрать, где вы будете заказывать, если через Эльмира, выбирайте СДЭК, потому что выйдет дешевле, и мне не пришлось платить. Вот, ну, теперь я буду заказывать, кстати, чаще, наверное, через него, потому что... Меня устроило. Короче, такая вот кардиограмма. Эльмир, спасибо, СДЭК, спасибо. И Айзап, спасибо вам, потому что я не надеялся, что мне придет мой генератор. Я думал, это обман, но все-таки пришло. Спасибо. Спасибо, ДФЛ.